Сегодня очень значимый день для всех нас, и музыкантов, и просто людей, которые любят Мубаракша. Мы долго предвосхищали этот день, и вот он настал. По счастливому стечению обстоятельств он совпал с днем его рождения, его 60-летием. Общими усилиями, мы смогли поставить памятник в его честь и организовать большой концерт памяти Мубаракша Мирзашоева в его родном городке, в Амаре, Рушанского района. Соловей таджикской эстрады, добрый и надежный друг. Это все, что мы можем сделать для тебя, да и без этого память о тебе жива повсюду, твои песни слушают от мала до велика, поют их, поколение за поколением ты рождаешься снова и снова в сердцах совсем еще юных твоих поклонников. Очень сильные эмоции и чувства. Хочу выразить благодарность всем.